В каких военных сценариях используются эти самые летательные и надводные аппараты? Да? Разведка наблюдений, естественно. Да? Летающие дроны стали важным инструментом для разведки, наблюдения. Они позволяют собирать информацию о позициях противника, что критически важно для планирования операций. Более того, эти штуки, как отмечают специалисты, в частности, там из, назовем так, из сообщества ассоциации операторов военных там, беспилотников, дронницы, да, они говорят, вот эти самые дроны позволили несколько рассеять туман войны. Да? То есть туман войны – это, скажем так, состояние неизвестности, необладания информацией о позициях, планах, маневрах, передислокации противника. Да? Если раньше для этого требовалось засылать разведгруппы, да, то этот век, кибервек так называемый, да, он позволяет перехватывать информационный обмен, в том числе радиообмен, перехватывать там, я не знаю, данные в сетях, да, какие-то приказы, планы. Более того, вот этот самый дрон, он позволяет очень оперативно в тактическом режиме, прям вот в реальное оперативного планирования, сообщать информацию о передвижениях, передислокации, выдвижении там сил противника. Да? То есть он позволяет в динамичном режиме, в достаточно в коротком промежутке времени оценить изменения оперативной обстановки. Да? Вот, то есть вот это самое разведка наблюдения. Второе, в чем используются дроны, да? Доставка боеприпасов и других грузов – это уже как бы обычная практика. Да? Вот, там лайфхаки мелькают в мессенджерах и о том, как дрон позволяет на передовой, где-то там в укрытом месте шашлык жарить, да, то есть вот дрон висит над мангалом, он, во-первых, машет крыльями вниз, да, то есть он угли, скажем так, обеспечивает принцип горна для раскаления углей, да, то есть вот эту самую махалку ручную, да, заменяет, а во-вторых, еще и подсвечивает, то есть ребята ночью жарят шашлычок, скажем так, да, вот, а дрон позволяет им поддерживать в угле в рабочем состоянии, да еще и подсвечивать, да, вот, и, соответственно, это определенное, как бы, ну, он и дым, кстати говоря, рассеивает, который не кверху идет, да, он и потайной свет обеспечивает, который вниз, да, то есть, в принципе, эту позицию еще и не так сильно видно, ну, если мы сейчас не берем обнаружение звуков, обнаружение вращений и так далее, да, чувствительный какой-то такой. Вот. Значит, дроны используют в том числе для доставки быстрая, скрытная логистика, что, естественно, актуально в условиях ограниченного доступа к традиционным маршрутам снабжения, да, особенно в условиях передовой. Значит, для чего еще используют дроны? Ну, в принципе, у нас на эту тему есть целое видео, да, то есть использование дронов двойного назначения, гражданских, да, в военных операциях, профессии дронов, как гражданские, так и военные, да, то есть можно посмотреть на канале, в том числе и посмотреть презентацию вот этого всего. Значит, здесь просто кратко перечисляем. Третье направление использования беспилотников, дистанционный подрыв и целеуказание. Да? Дроны используются для дистанционного подрывания объектов, что позволяет минимизировать риски для личного состава, а также служит для целеуказания, что повышает точность ударов. Особенно First Person View, да, FPV дроны, для непосредственного поражения цели приобрели наибольшую популярность на передовой. Вот. Эти дроны позволяют операторам видеть в реальном времени результат, как говорится, дела рук своих, когда особенно встает вопрос, он у снайперов, у огневых средств очень остро стоит, это подтверждение поражения цели, да, соответственно, вот FPV-дрон, он в какой-то степени решает задачу подтверждения точности наводимых ударов и действительно свершившийся факт, да, ну вот как, например, летчики раньше, да, о том, что сбит самолет противника, подтверждает вторичный облет, да, с риском определенным, да, да, действительно валяется самолет, вон там обломки, да, осколки, вот, а здесь, собственно говоря, подтверждение попадания, оно вот как бы с FPV-дронами решается и эта задача. Значит, плавающие дроны. Водные дроны стали использоваться для торпедирования судов и атаки на стационарные объекты, такие как порты и мосты. Это открывает новые возможности для ведения войны на воде. Да? То есть, ну вот в широком масштабе, как это, неограниченная война, сейчас уже используется такой вот термин.
Спасательная операция и оценка повреждений. Дроны применяются для проведения спасательных операций и оценки масштабов разрушений. И опять то, о чем я говорил, да, подтверждение поражения цели, выполнение боевой задачи. Что позволяет оперативно реагировать на последствия боевых действий. В целом, использование дронов в современных конфликтах значительно изменило тактику ведения войны, повысив эффективность операций. Ну, то есть, если вы интересовались темой, смотрели или читали, слушали рассуждения экспертов, специалистов на эту тему, да, с времен изобретения тотального оружия, оружия тотального поражения, таких как ядерные, водородные и прочее, там, царь-бомба, в общем-то, когда стало понятно, что можно уничтожить значительную часть или все человечество целиком разом в считанные минуты, уже изменения в военных доктринах и в неокрах, скажем так, в изобретательстве оружия уже пошло в сторону не масштабности, а высокоточности. Да? То есть оружие пошло в сторону, совершенствуется в сторону высокоточности. Вот. Соответственно, снижение рисков для военнослужащих, повышение эффективности операций, вот они, собственно говоря, какие роли сейчас играют эти самые дроны в боевых действиях. Да? Значит, с точки зрения прогноза на использование искусственного интеллекта в управлении летающими БПЛА и плавающими БЭКами, например, безэкипажными катерами, применяются ли там, если, ну, в автономке, да, или же все-таки эти штуки управляются людьми от первого лица, да. Вот, например, там в безэкипажных катерах Мурена 300С, Магура, Сиебеби, Казак Мамай, Посейдон, там Микола или Микола, безэкипажный катер, там беспилотник Тритон ВМС США и так далее, и так далее. Вот, эксперты говорят, что искусственный интеллект активно применяется в управлении как беспилотными летательными аппаратами БПЛА, так и безэкипажными катерами БЭК. В зависимости от конкретной модели и назначения, эти устройства могут работать как в автономном режиме, так и с управлением человека, ну, комбинированный режим, да, вот, соответственно, применение искусственного интеллекта в БПЛА и БЭКах, автономность управления, многие современные БПЛА и БЭК оснащены системами искусственного интеллекта, которые позволяют им выполнять задачи без непосредственного вмешательства оператора, да, соответственно, это может включать в себя автоматическую навигацию, распознавание объектов, планирование маршрутов, выполнение заданий, системы First Personal View, да, некоторые БПЛА и БЭК могут управляться в режиме от первого лица FPV, где оператор управляет устройством с помощью видеопотока. Видеопоток передается по радиоканалу или, например, там, с помощью оптоволокна, ну, если это физически возможно. Да. В таких случаях искусственный интеллект может использоваться для помощи оператору, например, в виде автоматической стабилизации, обнаружения препятствий, там, рекомендаций по маршруту, рекомендательные какие-то функции, да, и других функций. Вот. Значит, анализ данных. Третье применение искусственного интеллекта в беспилотниках. Искусственный интеллект может обрабатывать большие объемы данных, получаемых с сенсоров и камер, что позволяет улучшать принятие решений в реальном времени. То есть они здесь как ассистенты, да, то есть помощники, подсказыватели. Примеры применения. В БПЛА. Значит, БПЛА... Так, это конкретные примеры, да. Например, беспилотник Тритон военно-морских сил США, этот БПЛА использует искусственный интеллект для выполнения задач разведки, наблюдения, включая автоматическую обработку данных и анализ ситуационной осведомленности. Вот, безэкипажные катера, такие как Мурена 300С, Казак Мамай и другие, могут быть оснащены системами искусственного интеллекта для автономного выполнения задач, таких как патрулирование и мониторинг водных пространств. Таким образом, искусственный интеллект играет все-таки важную роль в выполнении эффективности и безопасности операций как БПЛА, так и БЭКами, позволяя им работать в различных режимах, включая автономный и управляемый человеком. С точки зрения прогнозов на использование летающих плавающих дронов в военных конфликтах, таких как СВО, да, в том числе на Черном море, действительно оказались довольно точными. С 2019 по 2023 год наблюдается значительное расширение применения вот этих самых БПЛА и беспилотных надводных аппаратов БПА или БЭК в различных военных сценариях. Да. Так... Оценка повреждений, наведение целеуказания, текущие ограничения, вызовы, да.
Вот. А какие с точки зрения там прогнозов, да, несбываемости прогнозов, какие еще ограничения и вызовы существуют? С точки зрения автономии. На данный момент многие системы все еще требуют вмешательства человека, особенно в сложных ситуациях. Искусственный интеллект и алгоритмика не решают задачи. То есть все-таки мозг человека универсальнее, да, с точки зрения особенно принятия нестандартных решений, которые потом по анализам военных операций удачно неудачных, оказываются единственно возможными. Никакая алгоритмика нестандартное решение не примет. И никакой искусственный интеллект, например, нестандартное решение не примет. То есть он все равно основывается на каком-то опыте. Опыт означает повторяемость. Да? Вот. А на каждую, говорит, сложную хитрость мы ответим без примерной глупостью, непредсказуемостью. Да? И это станет для врага полной неожиданностью. Так, теперь этика и правовые аспекты. Если мы сейчас говорим не про военные конфликты, а в гражданских, там, ну, кстати говоря, и в военных конфликтах тоже. Использование искусственного интеллекта с точки зрения этических правовых моментов в военных конфликтах вызывает множество вопросов, да, что может замедлить внедрение некоторых технологий. Ну, то есть, скажем, у технологии этики-то нет, а человек всегда должен оглядываться на конвенцию. Вот. Но мы видим, что ряд сторон военных действий не считает необходимым для себя использовать конвенцию и ведет войну в широком масштабе без оглядки на Женевские соглашения об неприменении, там, например, там, боевых газов, да, неторпедировании гражданских судов и так далее. И так далее. Вот. И несмотря на то, что технологии искусственного интеллекта продолжают развиваться, многие операции по-прежнему требуют человеческого контроля. Да? Так, что еще здесь? Так, ну вот, например, ну, есть, конечно, здесь некоторая информация, там, по что известно про визир, про Миколу, но это уже, я думаю, что область комментариев военных экспертов, этих самых, скажем так, тактико-технических характеристик применяемого вооружения, это, ну, как бы не является зоной с нашей специализацией. Наша задача – это помощь тем, кто занимается этими самыми неокр-разработками, окрами, да, для гражданского сектора или там двойного назначения, например, да, помощь в проведении этих самых неокр, в правильном раздельном учете затрат на неокр, в составлении кадровых документов, в составлении технических документов, вообще в документообороте на неокр, патентный поиск, анализ и патентная защита, оценка уровня технологической готовности УГТ и ТРЛ ваших решений, номинирование на гранты, составление заявок, сопровождение процесса получения грантов, учет, составление смет, кстати говоря, календарных планов, то есть вообще управление проектом НИОКР со всех точки зрения проектного управления, да, вот, составление смет в разных разрезах, собственные средства, несобственные, грантовые, внебюджетные, вне сметы, в пределах сметы и так далее, сопровождение при подаче заявок, как я уже сказал, да, сопровождение после получения гранта, налоговые, бухгалтерский, управленческий учет, налоговое администрирование, исчисление налогов с этих субсидий, да, то есть мы разбираемся в вопросах, какие субсидии дружат с налогами, ну, то есть возможно ли одновременное применение, например, налоговых льгот и субсидий, как облагается эта субсидия, не облагается, что с НДСом, что с налогом на прибыль, вот в этом наши эксперты сильны в том числе. Вот. Потом мы можем посоветовать, какие меры поддержки дружат между собой, как совмещаются гранты субсидии с налоговыми льготами и другими преференциями или не совмещаются, чтобы вы имели возможность выстроить тактику участия в разного рода конкурсах. Не говоря уже о том, какие конкурсы рабочие, нерабочие, статистика получения, да, статистика по отчетам, сопровождение отчетности за эти гранты и так далее, и так далее. Вот. Соответственно, несколько технологических моментов, которые, например, позволят оценить, насколько вот эти самые прогнозы аналитиков, например, Гартнер, сбываются, да, и какие технологические новшества применяются, в какую сторону идет неокры в беспилотности и в безэкипажности, и в средствах борьбы с ними. Ну, например, скажем, какие технологии, сенсоры, датчики и алгоритмы может нести на своем борту безэкипажный катер или БЭК, да, в автономно, находящийся в автономном режиме, ну, то есть без управления оператором, в том числе в режиме FPV, да,
То есть, если он обычно управляет, там база командует им, например, да, а тут он ушел в автономку, или, например, там действительно он должен находиться под управлением базы, потому что его сенсоры, датчики и алгоритмы подсказывают базе обстановку, чтобы она могла, база или оператор смог принять управленческое решение по движению этого самого беспилотника, безэкипажного катера или там БПЛА, да, с точки зрения там, не знаю, наличия, отсутствия помех, изменения обстановки, его трассирование, его маневренность, его боевая задача и так далее, и так далее, да. Вот. Так если задача беспилотника или безэкипажного катера настигнуть цели с помощью установленного боеприпаса осуществить подрыв, какие технологии, сенсоры, датчики, алгоритмы может нести на своем борту БЭК? Чем он оснащен? Да? Вот. Если, например, его система обнаруживает, что этому самому БЭКу противодействует. Да? То есть, если системы безэкипажного катера вдруг обнаруживают глушение диапазонов, частот, на которых он работает, спутниковой там или радиосвязи, да, или, например, что по этому аппарату ведется огонь из автоматического оружия, там, пулеметы, орудия, да, вот, ну, например, как он может это идентифицировать? Он может это идентифицировать с наличием гидравлических ударов, да, или там сбивание с курса, или ударов по корпусу, да, то есть он может идентифицировать. Или, например, у него отсутствует радиосвязь с управляющей базой, да, которая обычно сама определяет это и управляет им. Вот, опять же, какие алгоритмы у этого самого БЭКа, безэкипажного катера, да, есть увернуться, изменить курс, скорость, там, для маневрирования, да, и какие вот эти самые средства маневрирования может использовать этот самый безэкипажный катер. А также, с другой стороны, что называется, как этому противостоять, как, что противопоставить, как улучшить систему поражения вот этого самого БЭКа безэкипажного катера, да. Соответственно, эксперты говорят о том, что создание безэкипажного катера, вот этого БЭКа, да, с такими возможностями требует серьезной интеграции множества технологий и алгоритмов, да. Например, какие основные компоненты могут быть установлены, чем может быть оснащен этот безэкипажный катер, которые могут быть использованы для достижения вот этих поставленных задач. Первый блок – сенсоры и датчики. У этого БЭКа может быть радар для обнаружения и отслеживания целей на больших расстояниях, а также для определения их скорости и направления движения. Да? У этого БЭКа может быть установлен лидар для создания трехмерной карты окружающей среды и обнаружения препятствий. У этого БЭКа могут быть инфракрасные датчики для обнаружения тепловых следов от других судов или объектов. Да? То есть у этого БЭКа могут быть акустические датчики для определения звуковых сигналов, таких как выстрелы, шумы, да, ну, например, шум винтов, шум дизеля двигателя, да, шум электродвигателя, вот, которые могут идентифицировать движение других судов. Гидростатические датчики для определения ударов по корпусу и оценки силы воздействия. Да, вот, а также гидростатические, угу. Вот, а также гидроакустические, например, да, спектрометры, то есть он может анализировать электромагнитные спектры, обнаружение глушения сигналов, да, вот, вообще, с точки зрения средств наведения, очень много инженерами, учеными взято из природы, да, то есть когда ученые-биологи, например, изучали, как нападает змея, которая является слепой и глухой, да, вот, как нападает комар, который вообще ничего не видит, да, вот, скажем, как целенаведение, там, акула, например, да, и вот многие из применяемых в животном мире средств наведения были, вот, собственно говоря, там, использованы в машинерии, вот, в этом самом физические явления, вот эти были изучены, поработала фундаментальная наука, а вот уже прикладная наука, да, прикладные окры, опытно-конструкторские работы, да, инженерные, опытно-конструкторско-технологические работы позволили использовать вот эти механизмы, явления, эти алгоритмы, эти среды и прочие физические явления, да, в качестве наведения. Это рассмотрели мы, соответственно, сенсоры и датчики. Какие алгоритмы могут быть зашиты в электронику, в электронный мозг этого самого БЭКа, беспилотника, например, да, для того, чтобы обрабатывать эти сигналы. Первый – алгоритмы машинного обучения, то есть для анализа данных сенсоров и принятия решений на основе предыдущего опыта, ему требуются действительно алгоритмы машинного обучения. Это может включать классификацию объектов, он должен
идентифицировать, он должен сверять с эталоном, с классами, да, вот, определенную предсказуемость поведения, то есть алгоритмы предсказания их поведения и адаптацию к изменяющимся условиям, да, это вот это машинное обучение. Потом алгоритмы навигации могут быть в электронных мозгах этого устройства для определения оптимального маршрута к цели с учетом препятствий и угроз, а также алгоритмы там, ну, вот, как бы маневрирования. Да? Алгоритмы уклонения. В ответ на угрозы, такие как огонь из оружия, если обнаруживает, например, беспилотник огонь по себе, да, у него могут быть установлены сложные системы для маневрирования. Значит, маневрирование, что это такое? Ну, это понятно, да, изменение курса скорости, использование укрытий или маскировки, применение маневров, таких как резкие повороты, зигзагообразные движения. Знаете, например, там принцип противолодочного зигзага, когда он уходит от торпеды, надводный корабль, да, и так далее. Значит, следующее. Средства маневрирования, которые могут быть на борту у этого беспилотника или бэка. Двигатели с высокой маневренностью для изменения направления и скорости. Ну, то есть это могут быть какие-то, например, сервомоторы, да, или это могут быть какие-то, не знаю, там, синхронные двигатели, например, да, если мы про электронику или электрические. Потом могут быть какие-то хорошие системы управления движением для точного контроля над движением катера, а также могут быть системы стабилизации для поддержания устойчивости при маневрировании, да, тоже моменты, да. То есть система стабилизации есть не только у наблюдения, да, но и курсовой устойчивости, да. Теперь с точки зрения неокров противодействия вот этому всему, да, то есть если, например, безэкипажный катер, такой высокотехнологичный, достаточно хорошо оснащен, как же ему, собственно говоря, противодействовать, да? Первое, средство электронной борьбы, то есть это использование средств глушения и помех для подавления системы, управления этим безэкипажником или беспилотником, да, то есть, ну, задача разорвать связь с базой, помешать, чтобы он ушел в автономку, запутался, заблудился, ошибся. Да? Вот. Ну и уж, конечно, идеальный вариант перехват управления. Физические барьеры. То есть ему можно выставлять на пути препятствия, такие как бредни, мины, другие объекты, затрудняющие движение безэкипажных катеров, например. Да? А если БПЛА, сетки, там всякие гарпуны с сетями кевларовыми и прочими, да, например, чтобы лопасти захватить. Там ведь на самом деле у безэкипажного катера важно поразить средство управления или, например, какой-то важный датчик или сенсор, или, собственно говоря, средство приведения в движение, его мотор, например, или руль, да. Вот. С точки зрения БПЛА, ну, либо руль надо ломать, либо надо ломать пропеллер, что называется, да, сам грохнется. Если уж мы говорим про физические, как бы, процессы. А электроника, да, это, конечно, высший пилотаж управления, да. Значит, третий способ, помимо электронной борьбы, ну, то есть это частные формы электронной борьбы, кибератака. Это попытки взломать систему управления безэкипажного катера или беспилотника, или внедрить там ложные данные ему, например. Потому что вообще высший пилотаж управления, так называемый перехват управления, да. Или, как это, убить систему управления, да. Так, с точки зрения улучшения систем поражения. Ну, понятно, что это боеприпасы более эффективные, возможно, разрывные какие-то снаряды или патроны, да. Потом улучшение систем обнаружения, интеграция совершенных сенсоров, алгоритмов для раннего обнаружения. Раннее обнаружение – залог успеха, да. То есть позднее обнаружение – гораздо меньше возможностей что-то предпринять. Раннее обнаружение – больше возможностей, естественно. Ну и, конечно же, обучение и тренировка экипажа. Проведение регулярных учений для отработки тактик противодействия безэкипажным катерам. Куда без этого? Боевая выучка личного состава – это первое дело. Иначе, ну, как бы никакие технологии даже там… Несмотря на то, что специалисты, в принципе, говорят, что сейчас лоу-тек, низкие технологии, побеждают на фронте, да, то есть никакой там не хай-тек противодействует хай-теку, а лоу-тек противодействует хай-теку. Или, например, там лоу-тек просто выполняет боевую задачу. Как бы это смешно ни звучало, да, иногда наиболее эффективным средством поражения начиненного электроника какого-нибудь там беспилотника или там безэкипажного катера является хороший пулемет или как это вот роторная а-ля а-ля хищник там Арнольда Шварценеггера, вот эта самая турель пулеметная, да, с
многоствольные пулеметы, разрывные снаряды, да, ну, как бы ничего нет хуже, да, там, я уже не говорю про автоматный огонь. Иногда примитивные средства стрелкового оружия, ну, или там высокоточные, улучшенные, там, военные специалисты, в видео в том числе, да, на которые там по ссылке можно найти на сайте, да, высокоскоростная, с чудовищной скоростью выплевывает пули большого калибра. И, собственно говоря, ну вот от такой уворачиваться, это получить в борт, как это, 10 тысяч выстрелов, 9-10 тысяч выстрелов в минуту. Это чудовищные вещи. Получить такую порцию свинца, даже не разрывного, я уже не про разрывные патроны как бы говорю, да, вот, тут никакой корпус, а вряд ли они бронированные, эти самые беспилотные катера. Они же одноразовые. То есть это у них задача погибнуть, подорвав цель, да. Поэтому никто их пока не бронирует. Это же лишняя броня, это лишние лошадиные силы на силовой агрегат, на движитель, да. То есть никому это не надо. Поэтому поразить из вот этого страшного стрелкового оружия на сегодняшний день проще, конечно же, да. Так, ну и, соответственно, вот эти технологии, когда говорят про технологическую вот эту самую начинку, чем борется, да, надо понимать, с чем ты борешься. Ну, например, я не буду все комментировать, да, там, здесь приводятся кое-какие технические характеристики, да, ну, например, надводная скорость, да, там, Sea Hunter американский 27, до 27 узлов или 50 км в час, Уран-9 российский, да, до 55 км в час, 30 узлов, Протектор израильский, там, до 40 узлов или 74 км в час, Мантис Великобритании 55 км в час, 30 узлов, китайская модель, не выговорю, тоже 55 км в час, до 30 узлов, да, вот, соответственно, это скорости в надводном положении. Есть и подводники, кстати говоря. Ну вот, например, в Великобритании есть модель некая M-Subs Mantis. У нее надводная скорость около до 56 км в час или 30 узлов, а подводная до 6 узлов около 11 км в час. Касатка и российского производства до 5 узлов или 9 км в час. Ну, в принципе, это тактические характеристики в специализированных ресурсах, в специализированных изданиях есть. Вот, поэтому что тут комментировать, да. Значит, с точки зрения скорости, обычная скорость надводных дронов от 25 до 50 узлов, от 37 до 93 км в час. Подводное положение дронов от 3 до 10 узлов, 5-18 км в час. Запас хода в зависимости от модели и источника энергии. Некоторые дроны могут иметь запас хода от нескольких десятков до нескольких сотен миль. То есть от 100 до 1000 км. Автономные системы с солнечными батареями могут иметь значительно больший запас хода, особенно если они будут использовать солнечную энергию для подзарядки. Значит, автономность. Автономность дронов от нескольких часов до нескольких суток в зависимости от источника питания и задач. Некоторые модели могут быть спроектированы для длительных миссий, используя солнечные батареи и другие источники энергии. Да? Вот. Беспилотные морские аппараты, которые используют парус солнечной батареи для автономного передвижения и сбора энергии, становятся такие технологии все более популярными в области морских исследований, мониторинга окружающей среды и военных приложений. Одним из примеров может быть Sea Hunter, да? Беспилотные судна, предназначенные для патрулирования и выполнения различных задач. Вот. Есть такие проекты, как Wind and Solar Autonomous Surface Vehicle, ASV, использует парус, солнечные панели для управления движением зарядки аккумуляторов. Да? Так. Соответственно, вопрос теперь для того, как противодействовать этим самым беспилотникам хитрым, да, безэкипажникам. Какие технологии должны быть на судне для раннего обнаружения и подавления вот этого самого скоростного безэкипажного катера? Вот, ну, то есть у того, кто является целью, да? Вот, для раннего обнаружения и подавления скоростного безэкипажного катера, который может действовать в подводно-надводном положении, судно может быть оснащено рядом технологий сенсоров, датчиков и алгоритмов. Например, сенсоры и датчики, радар,
как уже упоминали, современные радары для обнаружения надводных целей могут на больших расстояниях до 100-200 километров в зависимости от типа радара и условий окружающей среды. Да. Система акустического обнаружения, гидрофоны и сонары для обнаружения подводных объектов, например, подводные бэки могут действовать на глубине до 100 метров и развивать скорость до 10-15 узлов. И их, соответственно, надо как-то там обнаруживать. Да? Электронные системы разведки E-Lint и Sea-Giant, да? Sea-Giant для перехвата радиосигналов и других электромагнитных излучений, которые могут выдавать местоположение бэка. Оптические инфракрасные системы, камеры, тепловизоры для визуального наблюдения, обнаружения целей, особенно в условиях плохой видимости. Да? Беспилотники. Значит, могут использовать для патрулирования обнаружения целей на больших расстояниях. Ну, то есть, самый хороший вариант – это если беспилотник, который является приданным для данного морского там, судна, например, да, или придан для какого-то подразделения, беспилотники же защищают еще и подразделение, да, вот, защищают спину, как говорится, защищают подразделение сверху. Да, вот, они могут патрулировать, обнаруживать цели на больших расстояниях, на большом удалении от охраняемого объекта, объекту, который придан. Система автоматического контроля и управления. Ну, например, там обработка данных от всех сенсоров, принять решение в реальном времени. Значит, какие алгоритмы нужны для того, чтобы все это дело обработать и принять решение, да? Алгоритмы обработки сигналов для фильтрации шумов, повышения точности обнаружения. Алгоритмы машинного обучения для распознавания паттернов поведения безэкипажных катеров и предсказания их действий. Система управления огнем. То есть есть автоматическое наведение оружия на обнаружение цели. Вот. Система анализа угроз для оценки вероятности атаки, определения приоритетов реагирования, да? То есть надо же тоже еще идентифицировать свой, чужой. Значит, какие устройства могут быть оснащены модульными системами управления, которые объединяют все сенсоры алгоритма в единую систему? Безусловно, системы связи для обмена с другими суднами, командными центрами, для того, чтобы доложить по инстанциям, получить управление или получить там целеуказание, получить предупреждение. Оружейные системы, естественно, для нейтрализации угроз, включая ракеты, артиллерию, беспилотные системы. Так, а значит, с какими скоростями придется работать, да? То есть противодействовать чему? Так, ну, в принципе, скорость надводной и подводной, все понятно. Дистанция обнаружения. Для подводных целей дистанция обнаружения может варьироваться в зависимости от условий. Обычно составляет от 5 до 20 километров для активных систем, в то время как надводные цели может быть обнаружены на расстоянии до 100 километров. Вот, в заключение надо сказать, что для эффективного противодействия скоростным безэкипажным катерам необходимо интегрировать различные технологии системы, обеспечивающие раннее обнаружение, отслеживание и нейтрализацию угрозы. Соответственно, это требует комплексного подхода. Это вот примерно такой как бы краткий экскурс в НИОКРы для безэкипажных беспилотных систем и систем их противодействия. Соответственно, с вами был консультант решения Верный РФ. Мы можем быть полезны для ваших НИОКР. Обращайтесь к нашим экспертам. Удачи вам, мира всем.